Здравствуйте, с вами прогноз погоды на телеканале «Мир Байкал». В студии Евгения Циренова. Вы слушаете прогноз погоды на воскресенье 2 октября. В ближайшие сутки по республике ожидается пасмурная погода, в некоторых районах дождь со снегом, ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью минус 1,0 градусов, днем до 1 градуса тепла. Температура воздуха по южным районам ночью минус 5, минус 4, днем максимальная температура плюс 2 градуса тепла. В Улан-Удэ погода ожидается пасмурная, скорость ветра 7-11 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит минус 1, минус 3, днем плюс 1, плюс 2 градуса, дождь со снегом. Это был прогноз погоды на воскресенье 2 октября. По-настоящему жарко сейчас в репетиционных залах Бурятского театра оперы и балета. Артисты балета готовятся к премьере спектакля «Ромео и Джульетта» в постановке народного артиста СССР Михаила Лавровского. Приходите к нам в театр 18 и 19 ноября. До свидания!